Всем привет, ребята. Вода немножко упала. На Дон не выбраться. Вот река Воронеж стала в берега. Вода чистая здесь. Это сброс водохранилища. Приехал попробовать что-нибудь поймать. Зарядил отводной. Народу много. Ветер, правда, плохой, южный. В лицо дует. Со звуком могут быть проблемы. Сразу говорю, не ругайтесь. Летающая пена. Представляете, такие снежинки бы падали. Так. Поменял цвет приманки на кислоту. Фасон оставил тот же. Сейчас сделаем 5 проводочек. Какой-нибудь другой цвет попробуем поставить. Все, ребята, первая поимочка. Цвет сработал. Что, не знаю. Окушок хороший. Это хорошо. Таких я люблю окушков. На жареху, а? Класс. Лайкос на первого сбитого. Ну, рыба вялая. Рыба вялая. Подвис без поклевки. Вот такой цвет. Поехали дальше. Ребята, есть, поставил рака. И поклевочка сразу. Я думаю, что окушок должен быть неплохой. Это уже с поклевочкой. По холодной воде раки работают хорошо. Да, окушок. Хороший окушок. Таких я люблю. Кос.
на лайтовый спиннинг одно удовольствие. Продолжаю. Уже 2 часа ни одной поклевки. Меняю приманки, уже поменял 2 места. Ничего. Половина лодочников уже домой поехали. Остальная половина ждет выхода судака. Ну, ребята, прошло 3 часа, сделал дропшот. Первая поклевка. Отводной вообще молчит. Джик молчит. Поролон молчит. Все молчит. Вот на отводной. О, на дропшот. Поклевочка была. Чего-то тащу. Акушарик небольшой. Съедобный. Обычно это одно, дропшот. Прям с поклевочкой взял, хорошо. Только что был сход. Не дал я ему заживать. Есть еще одна поклевочка. Опять дропшот. Поменял цвет приманки. И поклевочка. Небольшой, но пойдет. Вот такой цвет. Продолжаем. Ну что, больше поклевок нету. Часов вечера буду собираться домой. Вот такая трудовая рыбалочка. 4 окушка за целый день. Всем пока, с вами был Рыбачок 36. До скорых встреч, пока не наступил еще запрет с лодки ловить.